Восьмимесячная эпопея с делом Фероян Хоронека подошла к своему завершению. В пятницу маме Фераяну был вынесен приговор. Он оказался обвинительным. При вынесении суд поставил под сомнение достоверность показаний подсудимого об обстоятельствах получения инспектором травмы. Утверждение подсудимого об отсутствии с его стороны каких-либо умышленных виновных действий в отношении потерпевшего вступает в противоречие с его фактическим поведением после получения потерпевшим травмы, которое выразилось в немедленном оставлении места происшествия. Показания потерпевшего также не вызывают доверия суда. При этом суд исходит из того, что заявление потерпевшего об отсутствии преступных действий со стороны подсудимого и получении травмы в результате несчастного случая прямым образом противоречит его позиции, выразившейся в принятии от подсудимого компенсации морального вреда. Позиция, при которой потерпевший одновременно отрицает обстоятельства, изложенные в предъявленном обвинении, и принимает компенсацию морального вреда, который, согласно приобщенной к материалам дела расписки, является результатом совершения Фераяном неправомерных действий, сформулированных в предъявленном ему обвинении, ставит под сомнение объективность показаний потерпевшего об обстоятельствах причинения данного вреда. Как пояснил судья, в показаниях свидетелей защиты, а именно братьев Мамо и его девушки, суд усматривает личную заинтересованность. При вынесении приговора учитывались первоначальные показания прямых свидетелей, утверждавших о нанесении Фераяном инспектору одного удара правой рукой в область головы. Показания данных свидетелей об ударе подсудимого кулаком в область головы Хоронека при отсутствии обстоятельств, дающих основания потерпевшему ожидать такой удар, соответствуют механизму образования полученной потерпевшим травмы, которая явилась результатом некоординированного падения потерпевшего с высоты собственного роста с предшествующим ускорением, которое было придано нанесенному удару. В удовлетворении ходатайства потерпевшего о прекращении уголовного дела в отношении Фераяна в связи с примирением сторон суд отказал. Исходя из характера совершенного преступления, степени их общественной опасности, конкретных их обстоятельств, личности подсудимого, суд приходит к выводу, что назначение и задачи уголовного судопроизводства в виде защиты прав и законных интересов лиц, потерпевших преступление, охрана общественного порядка и предупреждение преступления может быть достигнут только в случае назначения виновному справедливого наказания, в связи с чем основания для прекращения уголовного дела за примирение сторон не усматривает и отказывает удовлетворение заявленного ходатайства. Суд признал Мамо виновным по части 1 статьи 318 и части 1 статьи 118 и назначил наказание путем поглощения более строгим, менее строгого. Окончательное наказание назначить в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии поселения. Срок наказания исчислять с 21 марта 2013 года. За честь срок наказания период нахождения Фераяна под стражей с 24 июля 2013 года по 21 марта 2014 года. О намерении обжаловать приговор семья Фераян пока не заявила. Государственный обвинитель исходом дела остался удовлетворен. По мере наказания, по тому, по сроку наказания, в настоящий момент я не считаю необходимым комментировать данный вопрос. Он, конечно же, будет рассмотрен. На обжалование приговора у сторон есть 10 дней. Сказать сейчас, будет ли он обжалован с нашей стороны, я не могу. Наталья Романова, Денис Денисов, РТВ Иваново.